Привет, друзья! Находимся в лесу. Сейчас бы как бы встать вот так вот. Собираем иван-чай. Ко мне приехал друг. Мы решили прокатиться на мотоблоке. Вот. Друг у меня там стоит, мой одноклассник. И мотоблок. Вот наша лежанка. Для одного человека, другой за рулем, за пультом управления. Вот набрали иван-чая чуть-чуть, продолжаем собирать. Максим тоже собрал. Сколько ты собрал, покажи. Вот, молодчик, красавец. Вот, продолжаем собирать. Стараюсь собирать получше такие листики. Выбираю. До конца не делаю. Ну так или иначе, для нас мы это готовим. Листики больше. Я не знаю, честно говоря. Разницы нет, я думаю. Какая разница? Тоже, не смотри, сочные листья. Хорошие, не выкоши. Я так думаю. В общем, приятное с полезным делаем. Катаемся и готовимся на зиму. Иван-чая полно. Вот там, например, вот, если видно вам. Ну, везде тут полно. Вот мы просто заехали рядом с дорогой. Отходим. Здесь, в принципе, никто не ездит. Чистая трава. И вот ее же и собираем. Такие дела. Вот, может быть, доедем до речки, но я не знаю точно. Поедем? Поедем. Вот, может, поедем. В общем-то, так проводим время. Земля сейчас у нас после дождей сырая, влажная. Вот. До этого была погода солнечная, сухая. Сейчас вот дожди прошли, возможно, будут грибы. Ну, если будут грибы, тоже покажем, соберем на грибовницу. Куда приехали, сам не знаю. Пожалуйста. Тупик. Надо посмотреть, вот там еще дорога есть, нет? Ромашки. Девчонкам я сейчас соберу ромашки. Чуть-чуть мы привезем. Ромашек нет у нас. Дедушка. Для супруги и для моих девочек. Здесь, конечно, чищоба такая, но, возможно, грибы. Грибы есть. Хочу посмотреть. Что-то комары начали мучить. Да, даже не то, что комары, а слепни и мошка. Мошкара. Вот я зашел в лес. Он такой небольшой, больше такого какого-то кустарного типа. Здесь травы полно. Много этих крапивы. Вот крапива здесь. Что-то неохота идти даже в эту крапиву. Сейчас чуть-чуть обойду, посмотрю. Если грибы есть, по сути, должно быть. Если грибов нет, то нет. Угу. Посмотрим. О, здесь вот походим. Возможно, что-то найдем. Хотя при осмотрении в метрах от 20 примерно я вот вижу. Никакого грибка не пока не
наблюдаю. Но нет, так нет. Значит, поедем в другое местечко. Здесь мы не были. Здесь я в прошлом году не собирал грибы. Сейчас доедем. Еще чуть-чуть подсобираем иванчей. И сбегу там рядышком. Такое же, такие же дебри. Если там нету, то значит мы не будем больше суетиться по поводу грибов, поедем домой. Как-то так, включусь. Этот друг у меня сидит, ждет. Я говорю, погоди, я сейчас бегаю. Посмотрю, в лесочке есть грибы или нет. Все, сейчас трогаемся, едем. Вляпался. Вляпался, пока ехали. Брызговиков, считай, нету. Здесь на удлинителях у меня стоит. Так что вся грязь летит в нас. Да. Ладно, тонкие грязи не боятся. Ничего страшного. Оботрем. Вот она, трава, иванчай. Вот она, смотрите. Красота красотой. И листья хорошие, которые мне нравятся. Гораздо быстрее собрать можно, нежели маленькие. Вообще четко. Сейчас соберем. Поедем. Да? Конечно. Давай, погнали. Погнали. Пучок. Хобана. Пучок. Смотри, какая клевая. Ладно. Сбегаю за грибами, посмотрю. Хорошо. Есть. Сейчас трактор наш выключу. Давай. Надо, наверное, много взять, чтобы грибы там были. Он бы себе поснимать. Мама, девочки, это мам. Они, конечно, чуть-чуть переросли, но... Переросли, это, кстати, ромашка аптечная. Аптечная? Да. О, да сюда ее в аптеку. В аптеку. Ну, для тебя можно сделать, да? Не знаю. Все. Что, принесла? Я могу еще. Будет костер у нас. Кстати, топор надо подточить. Батя, кстати, купил, знаешь, этот точить специальный станок для ножей. Вот вообще точит идеально. Но потом... Батя отдавал, батя. Красавчик сделал. Ладно. И на тебя. Шар-то покажи.
Вон слева. Я снимаю уже. Надо было сейчас масло добавить сюда. Еще. Маловато. Картофель фри по-деревенски. Картофель фри по-деревенски.